Прошу прощения за то, что последняя серия звук оборвался, но вследствие того, что BSK переходит на платный режим, кто не в курсе. Ай, вот такая вот херня, просто берет там звук нахер. Надоело уже. Так, что у нас здесь по расписанию? У нас по расписанию надо атаковать ГУ. Все, рискнем? Рискнем. Нет, не буду. Стоп, чё? Куку не вижу. Хрена себе. У меня тут пришпилят. Весь. Я, может, успею кого-то здесь выцепить. Так, ладно. Кроме военной академии, играть не мне. От зарязи. Так, ладно, что здесь за задание? Поместить голову обратно на тело, ставить гробницу. Вот так. Не буря обрушилась на земле, несколько деревень расколола молниями, поток дождя, гробниц и усыпальниц. Есть. А, не смыл. Так, перед гробницей лежит высеченный из камня здесь. Давай поставим голову обратно. Давай попробуем поговорить. Пропавшее тело вернем. А чё, может этот голем к нам присоединить? Интересненький по виду. И ну этих войск-то фиг-то нифига. Ну охрана города там жесткая. Давай подеремся. Круто. Йо! Это чувство будет больно. Кромант, он еще будет, наверное, призывать всякую хрень, да? Ладно, вперед и вверх. Билетики, может, я их смогу одолеть. Так, порядок. Главное, чтобы они первыми не ходили. Ой, ты бедный. Ой-ой-ой. Можете добежать, отлично. Так, давай этих сразу. Пикейщики мне не нравятся. Так, этих урабатываем. Дела. Этот может попасть под хороший удар. Ну, выдержал. Не выдержал. Ничего себе они бить умеют. Всем совесть потеряли. Бить. Молодец. А? Ой, больно. А давай. Так, остался, значит... Не-не-не-не. Ах, я так и знал, что что-то такое будет. Ну ладно, попробуем. Попробуем выдержать это все. Так, мужик. Ты у меня тут главный герой. Все, скопыте. Да тихо вы, блин. Не, мне звездец. Это быстрый. Давай, давай. Я в тебя верю. Ты крепкий. Недолго его хватило. Ну чё, лечим наших инвалидов. А это еще что, черти?
Вы, ребят, кто? Обди. Так, торговля и обмен. Давай-ка посмотрим, что у нас тут торговые палатки появились. Во-первых, надо лошадь купить. Это плюбасу. Я только один герой на ногах. Кольчужная 6. А где латки-то? На них все-таки не дошел. Так, варк, стой сбежать. Таней. Один ход. Ну, что я могу сказать? Лучше на лошадях тогда получается, они получше. А, сила атаки. 50. Ведь здоровье. Ну, конечно, отстойно. Всего 10 у тебя брони. Продам. Еще кольцо. Чужим. Щита. Щита. Щит. А, не. Ну, ладно, тогда вот так вот сделаю. Долбер. Получишь. Золотая муха 150. Тут можно нормально так. Солонинки можно взять 30. Только 14. 20. 15. Теперь инициатива, да вы. А кольцо. Трое. Щит. Пояс прорицателя. Вот это вот куплю. Я дену. Как бы получше. У него хоть защита теперь 14. Шлем ему делать пока не знаю, надо подумать. По ножке у меня полное говно. А, тут ботинки и по ножке это отдельно. Мило. А, понятно. Нет. Ладно, пока помолимся, может, идут здесь. У меня слишком все уж покоцано. Аккуратно, не больно продвигаются. Это мне не очень-то и нравится. И пока еще не в состоянии даже ходить. Хреново дело. Даров у меня хватает. Может попробовать зелье отхилок им дать? Давай тогда лавка. Давай мы их отхилим. Ну. Обди. Ага, частично отхилился. Порядок. Так. Лавка. Ладно, давай тогда снабжение брать. Давай так, а... Каждого отдельно, что ли, кликать? Да вы издеваетесь.
Ну-ка. Ходить уже можете? Одна этих нападает. Могут, что ли? Такое. Все. Уже могут ходить. Так, тогда мне нужен... Кто тут получается? Интересно, эти лошади смогу купить? О, блин. Плохонько дело, плохонько. Только здорово, что лошадь тебе никак не попала. 254 у этих. 54. Мало. Бока давай в город заныкай. Сейчас у меня есть лучники-защитники. Ну, по идее, должно прокатить. Звук опять пропал. Видно, это все-таки с игрой проблема. Игра. Алло. Поймешь эту игру? С ней проблема, не с ней вообще нет. Слушай, быстро отхилились. Давай попробуем этих нападать. Отлично. С тобой сразу. Да, что-то с игрой опять не то. Опять. Стоп. Так, надо, наверное, игру перезапускать. Я сейчас на паузу уйду, перезапущу. Поймешь. Скорее всего, с игрой что-то не то, поэтому то звук микрофона пропадает. Ну что ж, друзья, перезагрузил я полностью компьютер. Что-то с этой игрой в каком-то месте все хреново очень, я могу сказать. Что это за фигня? Лагерь, что ли, чей-то, не понял. На моей территории лагерь. Плавильня. Отлично. Давай-ка тут. Вот эти вот охреневшие твари, что захватывают все, что не попадя. Так, железо копится. Специальный карьер, у меня неизученный кристалл, вспомнил. Так, у меня вот этот вот город основ. Конюшня стоит. И вот тут вот бегут. Ребятюльки. Здорово, по***ла, дела. Сколько у них там? 70-39. Так, берем одних героев. А мне одни герои остались, да? О, погоди-ка, ко мне герой, что ли? Какой-то. Энголем нафиг мне нужен. Будем качать героев. Принять. Приняла, приняла. Так, микрофон еще работает? Работает, хорошо. Извините, но... Вероятно, мне придется еще проверять, как микрофон работает для полного счастья.
что мне скучно было. Я не знал, чем заняться, вот теперь знаю, блин. А вот и броника мы здесь сможем скоро сделать. Хорошо. Улучшить мельницу, военную академию. Так. Некоторые строения я могу ускорять за счет золота. Понятно. Золото я зря трачу. Хотя надо потом будет посмотреть. Возможно, здесь можно делать какие-нибудь доспехи. Или я все равно это покупать должен. Так, давай темницу, наверное, или веселицу. Хрен с ним, давай металл. Может, им, кстати, торговать можно. О, я вот что-то не думал. Погоди-ка, дай-ка посмотрим. А металлом я могу как-нибудь торговать? Так. Никак. Плохо. А нахрена мне тогда кристаллы? А, блин, понимаю. Я с тобой уже прощаюсь раз 50. Мужик, ты чё? В общем-то, понятно все. Смех смехом, но это не прикольно. Так-с. Ладно, пока микрофон работает, буду кусками так снимать и смотреть. Что-то мне как-то это не прикалывает. Все. Блин, эти парни тоже тут. Ну, расширю я дальше-то что. Да, наверное, какие-то войска надо запихать. Куда запихать-то такого? Вопрос еще интереснее, пожалуй. Так. И чё мы тебе тут сделаем, давай? Логистика, улучшенная экономика. Процентов гильдар. Подойдет. Почему? Пока вот сюда пойдем поставим, да? У нас этот город, если я не ошибаюсь, основной. Периатика. Где этот?
Так, мельница, мельница, конюшня. Так, золото пока расходовать не будем. Кого мы можем здесь обучить? Давай уже посмотрим. Лучник. Катапульт, арбалетчик, защитник. Щитоносец. Страж пламени. Маг. Атики. И новый у них атака, я вам скажу. Поселенец. Раз. Ходила. Сейчас, кстати, посмотрим, что это за ребята такие. Интересно. Доходит уже довольно медленно. Да, мужик, прощай. И богу, достали уже. А почему не ведется строительство? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, нехорошо. И где у меня еще такая беда тут есть? Нет, здесь, о, все еще много. Еще звездец сколько строить. Тоже здесь, тоже здесь, тоже. Инкиарки сейчас будут строиться, это хорошо. Этот, ха, крепость. Да, она, да. Здесь долго будет строиться. Все. Раз проверим, что за кинетики. Так, с клинки-атики. Ладненько, друзья, буду, пожалуй, на этом заканчивать. Сейчас как раз проведу проверку серии и посмотрю, что у меня. Удачи, всем пока.